ребят, куда Ури, Грузия, Анатолий. Армен. Армен, да, из Армении. Легко догадаться. Армен из Армении. Мы в прекрасном месте сейчас стоим. В общем, высота 2300 над уровнем моря. Ну, когда скажу, пойдем назад, хорошо? Хорошо. На маленьком самолете летал, там. Ага. Очень маленьком, двухместном, да. Двухместном, да? На пилотажке. Да, да. Пилотажку крутили? Нет. Так, чисто чуть-чуть начинали, да. Ну, правильно. Пилотажку крутить тоже интересно. Но люблю летать, мне нравится вообще. Ага, полетаем. Погода шепчет. Летай не хочу. Вообще трудно научиться.
Трудно научиться летать? Базовый курс обучения по факту 10-15 дней. Вот, растягивается иногда на 2 месяца, в зависимости от того, как ты воспринимаешь информацию и как много у нас летных дней. Облако и уже выпадает. Гор есть или все? Да, конечно. В Бразилии много гор?